Городской отдел планово-аналитической деятельности в сфере закупок в 2015 году сопровождал 377 муниципальных контрактов и договоров на сумму свыше 660 миллионов рублей. Наиболее популярным способом определения поставщика за прошедший год был электронный аукцион, посредством которого было размещено и проведена 121 процедура на сумму 607 миллионов 630 тысяч рублей. По результатам торгов на электронных площадках заключено 119 муниципальных контрактов на сумму 537 миллионов 270 тысяч рублей, где экономия составила 70 миллионов 360 тысяч рублей. В 2015 году средняя экономия по каждому контракту составила 10,5% или в общей сложности более 76 миллионов рублей. Отдел по работе с управляющими компаниями за минувший год организовал и провел 167 общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Было подготовлено 238 проектов договоров управления МКД. Работала горячая линия по вопросам лицензирования управляющих компаний. Большая работа была проведена в ходе лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, где многим управляющим организациям, которые ранее осуществляли деятельность по управлению МКД на территории городского поселения Денцово, было отказано в выдаче лицензии, либо они получили лицензию после 1 мая. В связи с этим большое количество домов осталось без управления. И, конечно, в период с 1 мая по, собственно, декабрь 2015 года проводилось большое количество конкурсов. В ходе совещания ряду сотрудников были вручены федеральные награды, а главе городского поселения Одинцово Александру Гусеву передали благодарственное письмо главы района за успешную работу в 2015 году. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцово.